больше носит, он держится. Да, он держится за маму. О, попы встали, они что же стреляют какой-то фигни? Сумки или что? Нет, стрельнул с малышом. Один кулак старше. Что есть он там? Мяса нет никакого. Ты что-то вернулся, она, блин, так бежала прикольно. Вот так вот. Не змеи везде. Просто скажите, выйти или нет? Нет, не ощущение, не прыгает ничего. Их здесь кожа. Кто такой это? Что? Бантенг. Бантенг? Угу. Что худой ты такой один? Цесарчик. Валера, не надо на палку, не будет есть. Ты прекращай. Камень. И кормят все. Вера. Камень. Everybody. Put your hands in the air. All cool, baby. All cool, baby. Yeah, yeah. У них специально вот там вот перед телешем микрофон. Все понюхали мои пальцы, все и все. О, как хорошо. В мире животных. Тебе не стыдно? Вы еще в очередь встаньте, блин, да как так? Да нельзя же, да что ж вы делаете-то? О, все, пошли.
Вкусно вообще. Розетка, блин, мясная. Ай, господи. Занюхни. Сука, в говне все. Я надеюсь, что... Чего у меня там 100-метровка, что ли, а? Челночный, я понял. Потому что жизнь борьба. Хочешь ножками топать? Ну и что? Так это не страшно. Че, те турбутку русаки будут отвечать. Еще ты. Как парик на него. Жестяные вообще. Ты ж хочешь кассерировать? А носику погладьте, пошли. Да не бойся. Можешь тебя хоть потрогать-то, а? Нет, ты меня не трогай. Ну, блин. А, то есть тебе ее потрогать, а он тебя не трогает? Да, это логично. Нормально, не вообще. О, ослиная забава. Все, наговорились. Ну, вы что-нибудь скажете? Не, не скажете. Уши-то, а? Костяные, блин, какие. Ты что так быстро-то? Давай, да нет, там невкусно, вот с моей руки очень вкусно. Чтобы она тебя ничего не укусила. Рижский зоопарк настолько суровый, что у них из вольера всех выпускают. Итак, второй день набирает обороты. Мы уже задроты. Сними йо-йо. Йо-йо. Магазин йо-йо. С какашкой. С какашкой. Йо-йо с какашками. Одноклассники смотрят косо, рвут на себе рубашку. У них бомбит, они играют в йо-йо с какашкой. Мы поели, мы замечательно провели время в зоопарке. Мы молодцы. Мы все посмотрели, все нам понравилось. Все животные живы, находятся в здравии. И мы этому довольны. И мы идем в поисках Домского собора, чтобы послушать музыку. У нас сегодня культурная программа. Животные, еда, ну да. В подтверждение этого Александр показал всю свою культуру и намерения.
случайно удачно мы попали на концерт органной музыки в Домском соборе. Сейчас уже скоро начнется. Надеюсь, меня не заругают за то, что я снимаю. Послушали серьезную музыку, все довольны. Случайно упали на концерт, наконец-таки нашли Домский собор. Александр, вы довольны? Очень понравилось.
Очень интересно. Есть о чем подумать. Есть о чем. И нахмурилась, стала более серьезной погода. А сколько скушал бутербродов? На завтраке. Много. Только мы можем 23 числа всю ночь плясать под Ивана Дорна, Нюшу и Тимати, а 24 вечером пойти слушать органную музыку. Да. Цените нас, разносторонних парней, которые любят развлекаться по-разному, по-хорошему, по-плохому. Главное, со вкусом. А мы следуем далее. Несмотря на небольшой моросящий дождик, дальше по старому городу Рига. Старому городу Рига. Сейчас мы снимаем улицу Яуниела, на которой снимались такие прекрасные советские фильмы, как «Шерлок Холмс». И если будет 12-17 мгновений весны, 17 мгновений весны. Естественно, Феррари тогда еще не было. Да и не Феррари, это да, позже, да, извините, пожалуйста, я путаюсь во всем. Вот. Вот здесь снимали кино. Да, Рига и так город, где снимай, не хочу фильмы. И это хорошо. Looking for the